я не снимала, как я и говорила. Я уже на работе, последний рабочий день, ура, выходные впереди. В общем, у меня кружка кофе со сливками. И здесь геркулес, отваренный в воде. И 30 грамм сметаны. 60 грамм геркулеса. Ну, вот как-то так. Каша со сметаной. Почему нет? Подсоленная, без сахарозаменителя, конечно, без ничего. Всем приятного аппетита, кто ест со мной. Девочки, я уже обедала такой же точно кашей, только там был у меня еще кусочек филе бедра курицы. Вот, и сейчас следом каша колом стоит просто без овощей. Надо было быстрее перекусить, потому что у меня уже далеко не обед, уже далеко после обеда, людей было очень много. Вот, поэтому как попало, вот теперь буду заедать огурцами кашу. Вот как привыкла, все равно тяжело без овощей, конечно. И здесь у меня какао со сливками. Все это я впишу в обед. Кашу, мясо, огурцы и сливки. Жуют, а? Хруст с обоих сторон. Собачки у меня тут тоже ужинают. В общем, пятничный мой релакс. Ну, этот подносик у меня тут. Как всегда, хребты семги, пекинская капуста. Это мешочек под косточки. Ну, очень люблю косточки. Очень люблю. Все, девочки, встретимся утром. Так, у меня уже суббота. Завтракаем. Капустный овсяный блин. Рецепт есть на канале. И кофе с молоком. Мой обед. Сварила сегодня борщ. Обалденный такой. Красненький получился. И сметанки здесь 30 грамм. Мясо. Индейка, грудка. Где-то, вот она. Грудка индейки, в общем, вот так. Кстати, в приложении написано, что борщ с курицей, хотя он с индейкой. Ну, просто там я не нахожу с индейкой, поэтому не важно. Хотя курица, на самом деле, она пожирнее будет. Вот. Но я предпочитаю всегда калорийность написать больше, чем есть на самом деле, чем наоборот. Девочки, ну, я тоже к Пасхе готова. Несмотря на ПП, мы можем сделать очень вкусненько. В общем, красила яйца. В луковой шелухе, еще туда чай кидала, потому что шелухи было мало. И потом красочкой пищевой пальчиками так чик-чик-чик. В общем, перламутром. Ну, красивый. Пойдет. Вот. И вот эти пироженки я вам показывала рецепт буквально вот из последних. Только я сделала вот эту творожную массу. Она у меня, видите, желейная, застывшая. В общем, я туда добавила желатин. И шапочки у меня эти прям получились толстенькие. Несколько, то есть немножко наливала, давала чуть-чуть застыть, потом еще сверху наливала, еще давала застыть. Вот видите, видно, что здесь 3-4 слоя. Вот-вот, видите. Ну, чтобы побольше, в общем, слоев было, сверху посыпала кокосовой стружкой. Вот такие вот дела. Да? Нормально, я считаю. Обжираться не надо, да, как раньше эти тазиками булки пекла, помнится, и рулеты, и булки. Как будто бы на роту солдат. Для чего это было делать? Потом жрали это все, обжирались просто. А так здесь у нас каждому будет по 5 штучек, по 5 пирожных. Вот. Пасху, главное, есть чем отметить. Семью порадую. Малявок тоже угостим. Вот как-то так. Рассказывайте, что вы готовили на Пасху. ПП или не ПП? Я понимаю, что у некоторых, у многих, да, семья не ППшная. То есть булки надо все равно печь для остальных. У меня, слава богу, это не так. Я очень этому очень рада. Ну что, девочки, у меня уже сегодня воскресенье, Христос воскресе. На завтрак, конечно же, яйца. Ну и, конечно же, наши импровизированные пасочки куличи, да. Здесь сметана с соевым соусом. Девчонки, кто скучает по майонезу, да, но отказывается для того, чтобы худеть, попробуйте сметану с соусом. На вкус очень даже похоже на майонез. Ну, это я буду на яйца мазать. Красота.
Водички стакан я уже выпила. Хочу показать вам в разрезе, что получилось. Красота. Да чисти, чисти, Саша, ты мне не мешаешь. Девочки, вышла погулять. Иду в торговый центр. Надо поискать себе какие-то штанцы. Штанцы. В этом микрорайоне вас еще не водила. Но это тоже один из новых микрорайонов. Видите, какие у нас тут дома. Здесь огромная школа. Здесь, кстати, неподалеку я работаю. Вот такая красота. Везде детские площадки. Очень хорошо оборудованы. Но здесь совсем маленько. Здесь побольше. Вот. Погодка у нас налаживается. Сегодня 10 градусов тепла. Теплый ветер. Замечательно. В течение 5 дней температура у нас поднимется до 20 с лишним градусов. Вон там прямо красное здание. Там начинаются торговые центры. Ну, в общем, не сильно далеко пешком. Вот так вот. Чуть-чуть выгуляю вас. Ага, сейчас, наверное, светофор загорится. Пробежимся. Еще не убирали, видите, здесь мусор. Снег только недавно растаял, хотя у нас во дворе уже чисто. Все зависит от жилищной компании. Здесь, видимо, не очень хорошо работают просторные дороги. В новых микрорайонах так вообще красота. Вон там стоянка. Прошлым летом мы с сыном ходили туда на роликах учиться кататься. Ну, чтобы было мне где развернуться, там почему-то машины вообще люди не ставят. Вот, она пустая. Места много, уж я там каталась. От души. Как всегда, я пошла без камеры. Телефоном, поэтому вас будет немножко трясти. Мусор, видите, уже начали собирать. Вон мешки валяются. Полные. Большая такая здесь площадь. Не знаю, постараюсь поснимать вам в торговом центре. Вместе покопаемся в вещах. Надеюсь. Просто пока, когда я добираюсь до магазинов, где-то мне как-то там телефон не очень хочется доставать. Вот здесь, девочки, там прямо у нас торговый центр Лента, Метро. И вот тут был полностью пустырь еще несколько лет назад. Вот, расстроились. Здесь у нас Ашан, торговый центр Кристалл и Леруа Мерлен. Такие вот. Вот она, Лента. Там дальше Метр. Народу много, как обычно в торговых центрах. Кристалл. Вот там мы сейчас и будем гулять. Мы с вами уже внутри. В каком-то из моих видео здесь я показывала фонтан. Тогда было прям тут шоу с подсветкой. Так, торговый центр этот я практически не знаю. У меня есть время. Будем гулять.
Уважаемые покупатели, Gloria Jeans любит вас. Мы возвращаем старые цены 2021 года. Приятных и выгодных вам покупок.
Уважаемые покупатели, Gloria Jeans любит вас. Мы возвращаем старые цены 2021 года. Приятных и выгодных вам покупок. Еще вам немножко города. В общем, как всегда, в магазине купила не совсем то, что хотела. Купила кофту крупной вязки, классная такая. Вот. Сейчас схожу еще в один торговый центр. Вот она стоянка, про которую я говорила, только с другой стороны. По той стороне я шла. Детский сад. Девочки, я еще раз перекусывала, съела одно яйцо и где-то 200 грамм пекинской капусты. А это сейчас у меня обед, борщ со сметанкой. Вот это яйцо с пекинкой тоже запишу на обед. Потому что не знаю, сколько там у меня еще какой еды будет. Вот так вот. Девочки, показываю свой ужин. У меня здесь пелядь, которая как ее, вяленая, сырок горячего копчения и пекинская капуста, листочки будут. В общем, поем рыбки от души. И, естественно, никакого пива, да? Пиво мы не пьем с рыбкой, потому что, ну, ничего хорошего, да, так скажем. А пиво очень сильно толстеют. Вот так вот. Я сейчас прям наслаждаюсь. Просто пекинскую капусточку с рыбкой, привкуску, под фитмец. Красота. Еще, возможно, будет кружечка кофе чуть попозже с молоком. Кстати сказать, раньше я очень даже любила пиво, которое теперь не пью категорически. Если какие-то праздники, то у меня белое сухое вино, разведенное напополам минеральной водой газированной. Вот. Это я просто решила уточнить.